проматывает, знаете, вот этим своим вот всем. Едем работать в кафе, потом просто гулять не по запланированным местам, потому что сегодня мы без клуна, я даже без куртки. Просто вот, и будем просто ходить. Два дня экономить такси, и сегодня третий день уже. Что уже тратить, да, как бы? Такси, кстати, куда бы ни вызвали, там от 100 рублей примерно. Еще я потеряла расческу свою. Мы еще планировали сегодня походить с собой в Москву-Сити. Сегодня синее небо, пока ты не синее. Небо синее, глаза красивые. И как бы... Такси здесь просто капец. Едут по 20-30 минут к тебе. Потом показывают, что до места ехать, например, 30 минут. Мы едем 1:30, потому что стоим в пробку. Я в таксисте спрашиваю, как вообще терпите это? Ну, нормально, привыкли. Но для меня это просто ад. Поэтому как-то так, вот если мы приехали, сейчас сядем. Много занят мест, но красиво. Мы, кстати, не в центре, а где-то на окраине больше. Покажу хоть вам, потому что здесь все занято. Здесь так красиво, мы хотели около этой бетонной, на вот этом вот фоне. Зашли в очень красивое место. У них такой красивый визуал. Я сразу спросила профиль, зашла, визуал просто бомба. Смотрите, какие штучки классненькие. Ну, в общем, мы до своего, и сидим, ура. Мы рады, Сержик? Я уже выбрала, Сергей. Смотрите, выбирает здесь электронное меню. Я буду сырники и лимонад мандарин. Вот мой лимонадик, 390 рублей. Ну, в принципе, цены как в Минске. Сейчас попробуем. Вкусненько вроде, не ужасно. Такие вот сырнички. Малыши совсем, но подача идеальная. Ну что, я уже так вкусно ем. Мы уже посидели на террасе, там дождь пошел, а я вам хочу показать свою новую расческу. Зашли в аптеку, и каким-то чудом там были такие классные, вот видите, мягко. Крутая. Плюс розовенькая. Просто очень быстро. У нас три пересадки. Кстати, почему же мы поехали на метро? Потому что в Москве каждый день перекрывают площадь. Просто на такси можно ехать 3 часа. У нас такого времени нет, потому что у нас сегодня уже поезд домой. Поэтому на метро. Скачали приложение Яндекс.Метро. Оно показывает все четенько с пересадочками. Там даже вплоть до того, в какой вагон садитесь. Типа, садитесь посередине поезда, садитесь в первый вагон. Там. Это, мне кажется, максимально круто. Поэтому с этим приложением мне показалось все просто. Все, пойдем снова. Мы идем кататься на катере. Жара, все. Идем к теплоходу, и надо немного подзарядиться. Это я. Там Серж. Ну, просто капец. Что, мы почти пришли. Вот такие вот двухэтажные. Каким прекрасным видом. Я считаю, это просто огонь. Мы выбрали на 1:15 без остановок катер. И стоит всего 500 рублей с человек. Мне кажется, это очень мало. Поедем сейчас через 15 минут. Здесь вот такой вот бар. Thank you.
Смотрите, розовенький. Это же называется роза. Я могу поставить на почту, решите на пару денег. 1000 рублей одна штука. Если нравится, берете, не нравится, отказывайтесь. Это все делается чисто по вашему желанию. Мы, конечно же, отказались от этих магнитов, потому что у нас этих фоток, во-первых, вот, во-вторых, он их обработал, не пойми как. Приехали на Патрике, очень нравится, что здесь получается летние террасы. Просто открыто окно, и это будто один ресторан. Сейчас я вам еще какие-нибудь такие поснимаю. Вот, например, смотрите. Так атмосферно выглядит. И здесь вот на Патриках, видите, Малооборонна. Столько всего. Тут все фоткаются. Короче, они пришли в китайский ресторанчик. Вот, принесли мне латте 350 рублей. И вот это вот. Control Uni, черная икра. Добрый вечер, 750 рублей. Чтобы не думали, что я вру. Да, похолодно. Вот, ребят, показываем блюдо за 650 рублей, 750 рублей, 350 рублей. Сереж, приятного тебе аппетита, обязательно перед поездом наешься. Любимая рубрика «Как я фоткаю Сержа». Он сел, я занижаю экспозицию и погнала. Зеркало, как в Минске Лавмур. Знаете такое? Здесь у нас секси фиш. Фон топ. Мы встретили звезду и здесь фотографируем. И очень красиво. Гуляли, и лучше всего на метро, тем более мы на прямом. Поэтому лучше так, честно, сейчас 10, максимум 15 минут, и мы на месте. А не то, что такси – это стресс. Думаю, кто был в Москве, меня понимает. О, кто-то фоткает тоже. Вокзал, и надежда, что мы успеем, есть. Так, где тут поезда, смотрим. Во, я не вижу наш поезд. He's so horny, yeah, he want too far. He popped on my buttons and he ripped my blouse.